В Екатеринбурге поселилась гигантская капибара с уточкой на голове. Еще и не одна, ее собратья поменьше пасутся на лужайках. Масштабный флешмоб с участием интернет-мема, анонс всероссийского IT-состязания Тинькофф Capture the Flag. Капибара – символ первых в России соревнований по спортивному хакингу, программированию в сфере информационной безопасности. Принять участие в них смогут как специалисты по кибербезопасности, так и обычные айтишники. Задания профессиональные юмористы строили на известных персонажах, фильмах и мемах. Отбор и ключевая часть состязаний пройдет на базе регионального IT-хаба Тинькофф Центр разработки. Тут, собственно, разработчики пишут код, разрабатывают приложения. В центрах разработки работают не только разработчики, также есть ребята других специализаций. Это тестировщики, системные бизнес-аналитики, а также сайт-релабилити-инженеры, как я. Люди тут генерируют идеи, создают решения и делают сервисы, как в мастерской. В одном только екатеринбургском центре работает свыше 320 IT-мастеров. Благодаря им уральцы, как и жители 12 городов России, примут участие в офлайн и онлайн соревнованиях по спортхакингу. Состязания пройдут с 15 по 16 июля в Екатеринбурге. Арина Зеленская, события ОТВ.